В Алматы более 550 избирательных участков открыли свои двери для проведения выборов президента Республики Казахстан. Проявить гражданскую позицию и отдать голос за своего кандидата сегодня могут жители всех 8 районов мегаполиса. И мой коллега Владимир Бовкис сейчас находится на прямой связи со студией из первого участка Алматы, где наблюдают за электоральным процессом. Владимир, доброе утро. Что можете рассказать о старте выборов? Доброе утро, Вера. Мы находимся на 235-м участке, расположенном в Пастандыкском районе города Алматы. Этот участок вмещает в себя, то есть здесь зарегистрировано более 2300 бюллетеней. Всего же, по информации избирательной комиссии Алматы, во всем мегаполисе свое право и свое желание голосовать подтвердило более 1 140 000 человек. На самом деле на самом участке уже более чем, почти за 2 часа проголосовало почти 50 человек, то есть более 45. Сейчас голосование идет своим чередом, работают комиссии, наблюдатели, и со мной рядом на связи находится председатель избирательной комиссии участка Абельдаева Айгуль. Айгуль, здравствуйте, расскажите, насколько важен сегодня день и насколько важно каждому казахстанцу принять участие в избирательном процессе. Добрый день, Казахстан. Я думаю, сегодня важен этот выбор для каждого казахстанца, для нашего государства, для нашего народа. Поэтому все избиратели имеют право приходить на избирательный участок, взять бюллетень и проголосовать за своего кандидата. Большое спасибо. Мне остается добавить лишь то, что к полудню, к 12 часам, Центральная избирательная комиссия, она начнет рассматривать заявления от людей, которые не смогли прийти на участки по объективным причинам. Это престарелые люди, ветераны Великой Отечественной войны. И после чего к ним будут отправлены мобильные такие урны для выборов, и эти люди смогут проголосовать дома. Тем временем мы следим за развитием событий и информируем вас о всем происходящем здесь у нас. Вера. Да, Владимир, я смотрю, мы включаемся из разных регионов, я смотрю, что происходит за спинами наших журналистов, и могу сказать, что в Алматы самая большая активность, такое движение происходит, больше всего уже успели проголосовать, прийти. Надеюсь, вы в их числе проголосовали, уже успели. Вы знаете, я буквально через несколько минут, конечно, исполню свой гражданский долг. Я дам голос за своего кандидата в президенты. Спасибо большое, Владимир. Владимир Бовкис о том, как начались выборы президента в Алматы.